Без женщин нет мотора. К такому выводу пришли мужчины, поздравляя прекрасную половину акционерного общества «Моторсич» с днем 8 марта. Творческие работники Дворца культуры имени Тараса Шевченко подготовили для своих любимых зрительниц праздничный концерт. От профсоюзного комитета виновницы торжества получили подарки. Прекрасная половина мотора – это не фигуральное выражение. На предприятии «Моторсич» женщины сегодня составляют ровно 50%, поэтому их роль в производстве и в общественной жизни завода переоценить сложно. Огромная роль. И нам хочется, чтобы наши женщины были самыми счастливыми женщинами не только в Запорожье, но и в Украине. И мы стараемся все для этого делать, потому что они наша опора, наша надежда и наша движущая сила, как на заводе, так и вообще в жизни. По словам председателя профсоюзного комитета Михаила Труша, женщинам, работающим на предприятии «Моторсич», повезло вдвойне. Потому что так, как заботится сегодня руководство завода о своих работниках, а особенно о женщинах, предоставляя им реальную возможность не только трудиться и получать своевременно зарплату, но и отдыхать, оздоравливать свою семью, заниматься спортом, художественной самодеятельностью, вряд ли печется о своих тружениках любая другая фирма. Спасибо вам за ваше понимание, ваше терпение, за то, что вы есть у нас, за то, что вы цементируете коллектив, несгибаемый коллектив, на все по плечу. Счастья вам, здоровья, благополучия, чтобы все у вас было только хорошо, вместе с заводом. Спасибо. В канун 8 марта в зале Дворца культуры Тараса Шевченко собрались лучшие работницы акционерного общества «Моторсич», которые проработали на предприятии долгие годы. По словам многих из них, они безмерно благодарны руководству и профсоюзному комитету предприятия за то, что, работая на заводе, они чувствуют себя защищенными даже в такое непростое время. У нас на предприятии осталась еще социальная защита как для всех, так и для женщин, для детей. Это и лагеря, и оздоровление, и помощь на праздники, и к Дню защиты детей, и к Дню инвалида, и матерям-одиночкам, многодетным. То есть все социально незащищенные слои вот женского населения получают помощь, ну и чувствуют защиту. Постарались на славу и творческие работники Дворца культуры имени Тараса Шевченко, которые подготовили для своих любимых зрительниц праздничный концерт. Перед виновницами торжества выступили заслуженный ансамбль танца «Запорожец», образцовый детский хореографический ансамбль «Казачата», народный коллектив бального танца «Грация», вокальные коллективы «Соната» и «Казаки-запорожцы». Более подробно о роли женщины в жизни предприятия «Моторсич» мы расскажем в программе «Полет длиною век», которая выйдет на телеканале «Алекс» в пятницу 13 марта в 21:00.